По-настоящему олимпийские рекорды установили лучники нашей страны. Заключительный старт сезона для самых метких надежд России собрал в Орловском спортивном техникуме «Олимп» около 400 спортсменов из 30 регионов страны. Такого большого количества участников эти соревнования не видели никогда. Юноши и девушки 13-19 лет стреляли в разные дни. С расстояния 18 метров юные спортсменки легко попадали в яблочко. Весь секрет в прицеле. Жибзима приезжает в Орел из Бурятии уже в третий раз. Стать лучницей предложили родители. И после первой победы на родине она поняла, что это точно ее вид спорта. Кстати, здесь, как нигде, важен психологический настрой. Ведь трясущиеся руки гарантируют плохой выстрел. Волнение частенько мешает стрельбе. И поэтому нужно себя успокаивать. И если, постараться успокоить себя, в общем говоря. После двух соревновательных дней появились команды-лидеры. Но все же на этих соревнованиях решили дать выступить менее опытным спортсменам. А настоящих профи скоро соберут зимние старты. В основном мы поставили на пробу молодых ребят. Очень много 2000 года. Потому что соревнования проходят в Орле. И нужно дать попробовать детям себя проявить на российских соревнованиях. Дома-то они стреляют, они уже друг друга знают. А здесь они видят, что приехали люди из других регионов общаться, чтобы они почувствовали, что такое соревнования российского уровня. Орловские спортсменки выступили достойно. В личном зачете Мария Виноградова завоевала серебро. В командном зачете старших девушек Орла первое место. У младших третье. Степан Змачинский и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».